Всем привет! С вами Time Games. Продолжаем проходить Final Fantasy 13. А кто знает, почему она называется Final Fantasy 13? Ну, игра в принципе вышла давно, и многие, наверное, скорее всего знают. Дело в том, что здесь 13 глав. И на данный момент 4 из них мы уже прошли. И еще, можно сказать, прошли. Так будет правильнее. Вот так. Уложились нормально. Так, ну все, теперь вперед, только вперед. Так, застали врасплох. Excellent. Пошел вихрь. Атакать, что ли, попробовать? Забить. Ну, хоть там-то задобей его. Неужели? Так, дорогие друзья, давайте проверим. Так, можем налево сходить. Давайте сходим. Там у нас что-то не мессийное. Привет, братва. Что-то это не подходит. Так, отлично. Какого-то парня долек мало. Нам главное эту тушу убить. И дальше все нормально пойдет. Все, отлично. А теперь ты будешь готов на блюде. Ух. Так, что тут нам шар судьбы приготовил?
Амулет часового. Так. На грани вуаль. Чё это такое вообще? Хрен его знает. Знаете, что я хотел, дорогие друзья? У нас же оков дофига. В Кристариум зайти. Так, штурмовик. Здесь у нас все полностью. А вот здесь можно пошаманить. Так. Что еще где? Все или что? Нет. Что-то где-то можно еще. Где это? Так. Что-то где-то одно не сделано, ну ладно. Хрен с ним. Медика давайте. Сделаем. Все. Первый уровень медика изучен, даже оки еще остались. Ну а теперь опа. Давайте посмотрим, что есть. Так, разрушитель. Здесь все. Здесь практически все. Да, не хватило тогда немного. Ну, медик пошел. Да. Мне это нравится. Все. Даже еще оки остались. Повыше, чтобы не застали мыши. Лифт нашли. Зона обслуживания биооружия. Так, ну-ка, еще улучшить можно? Ну, так, немножко. Так, магазин, магазин. Так. Ну, в принципе, пока тут всего хватает. Единственное, то, что сохранить все можно. Что мы, конечно же, и сделаем. Так, смотрите, их побежали. Привет, снежный барс. Так, какой с собой? Лисы пошла. Все лучшие волки умирают.
Умирающий вид. Что поделать? Stay down. Ты че, сука? Хочешь убить, что ли, а? Опа! Хрен тебе. What happened here? Что тут произошло? Bad luck. И не повезло. They came looking for us. Искали нас, а наткнулись на кое-что хуже. We can't just leave them like... Не можем их так оставить. Ничего не трогай. Control your emotions. Держи эмоции при себе. If you wanna survive, если хочешь выжить, you forget about забудь о сочувствии. How can I explain? Как бы объяснить? Думай об этом как о стратегии. Предназначение – главная цель, об остальном нужно забыть. Включи разум, доверься инстинктам. Позволишь сомнениям взять верх, и отчаяние захлестнет тебя. Стратегия? Ладно. Я воспользуюсь всем, что может мне помочь. Я назову это операция Нора. Нора? Нора? My mother's name. Так звали мою маму. Your revenge. Твое возмездие? Yes. Да. Don't tell me. Не начинай. I know getting revenge on... Я понимаю, что отомстить ему я не верну ее назад. Я понимаю. Так, а что я понимаю, а что я в квесты так упал? Но прости, тут не отделаешься. Snow didn't kill your mother. Snow не убивал твою мать. Ее убило святилище. На чьей ты стороне? На стороне правды. Пускай. Я помогу тебе сражаться со святилищем. Я научусь выживать. Как можно судить другого, зная, что ты сам ничуть не лучше? Даже у меня есть темные тайны. Тайны, которые я бы предпочла забыть. Привет, ребята. Вихря надо? Могу навалить. Полные карманы. А, вам дыхание не надо. Вам атаки подавай. Да, пожалуйста. Так, один улетел, второй улетел. А третий просто испарился. Ё-моё. С машинкой бомбите. Ну? Блин, не нажал, а так вот. Так, ну-ка, а может гравий удар получится?
Да, гравий удар то получше будет. Против машинки. Зачем? Мотоцикла. %450 урона. И чего там, я не знаю. 4 звезды. Уже нас встречают. А, забыл, простите. Тихо, вы не хотите. Вы хотите атаки по своей страке. Так, колб, срочно зелье. Ну все, умирай давай. Шарик. А впереди-то там нифига себе. Это раздолье. Что это? Так, что-то FPS начал в последнее время падать. Так. Это понятно, это какой-то смазочный материал. Keep your mind on the battle. Out of my way! Так, не нафиг. А, против него же гравий удар, классно. Действую. Так, сейчас будет тебе гравий удар. Пожалуйста, получай. Так, что? По атаке вам. На, получишь снайпер, горку проблем. Так, куда это мы выбрали? Что ж, FPS так запрыгало. Что за покемон? Вот она, операция Нора. Это что за покемон? Так, давайте проверять, что против него лучше действует. Так. Давайте. Призыв Одина.
давно не использовали. Думаю, он нам очень поможет в битве против этого негодяя. Никакой. Так. Чего? А я думаю, не уязвим написано. Так, я что же против тебя-то, а? Водяной удар. Вообще неизвестно, что против тебя действует. Ну я не знаю, дорогие друзья. Тут только так. Долбить его. Так, вот что-то начало получаться. Фига, 540%. Да-да-да, начало получаться. Он даже ничего не может сделать. Толком. Ну почти. Ёлки-палки. Холк там почти дохлый. Охренеть! Холк, да что с тобой делать-то? Ты когда-нибудь будешь жить, нет? Так, ну еще немного. Блин, сейчас вот начнут драться. Так, о, получается. Так, давай, держи его. Так, водой, молодец, молодец. Так, соленый огурец. Я его держу. Так, отлично. Так, еле пошли. Пипец, он сдох, блядь. Нихера себе, мы чё померли?
Офигеть. Пипец, это самый сложный босс, который был. Я только зелье успеваю лечиться и все. Атаковать-то когда? Капец какой-то. Ну, давай еще немного. Ну, слава богу. Так, давай, давай. Так, все, лечилки надо срочно. Пипец просто. Давай. Пипец. Это просто жопа. Давай, 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 давай.
Так, блин, взяли это не вовремя, ты сдохнешь. Блин, все на смарку. Так, атака пошла. Отлично. Давай, парень. Тоже нужен. Давай, немножко осталось у него. Сука, блядь. Дед, опять пошло лечение массивное. Зелий-то 10 осталось. Ну, давай добьем его. Добивай его нахер. Давай, Лайтнес. Ему осталось-то, блядь. Давай! Совсем немного! Охренеть! Это просто охренеть! Это просто самый монстр сложный, который был! Все лечилки на него потратил почти. Операция Нора. Первый этап завершен. Нихера себе, операция Нора, блядь. Well. Ты хорошо справился. Выход из зоны обслуживания. Гапра, Белый лес. Да, парень, ты вообще хорошо постарался. Так, улучшить. Да, отлично. Так, а что продать можно? Так, это что такое? Волшебное мгновение? Золоченый амулет? Как он же у меня был, я его продал. Нахрен не нужен. Земные блага? Тут чего есть? Типа улучшать можно. А давайте посмотрим, какая больше всех улучшает. Не-не-не. Да. Так, испорченный клык 51. Так, 54. 48. Так, загадочная жидкость. Теперь больше.
давайте немножко загубимся этой загадочной жидкостью. Посмотрим, сколько денег хватит. Так. Куда нам надо было? Земные блага, по-моему. Да, загадочная жидкость. Ну, вот так, давайте. Так. Улучшить. Гладиус. Чего? 3300! На 8 уровень сразу. Так, я еще хочу этой жидкости. Так, сколько ее там? Давайте вот так купим. В принципе, должно хватить до следующего уровня. Так. Гладиус 9-го. Сила 73. Магия 37. Блин, ребята, ну давайте добьем что ли уж до 10-го. Сколько надо, я не знаю даже. Так. Давайте так попробуем. Так, еще две надо купить. Вот все в ажуре. Блин, гилов-то сколько истратили? Половину. Ну ладно, того стоило. На 3 сразу уровня гладиус повысили. 79, магия 40. Ну и сейчас, наверное, тройной бонус больше не будут давать, там, четверной, пятерной. Это, наверное, уже максимум. Где это должен быть выход уже отсюда. Да, мы выбрались на побережье. That's it. Вот он. Халам Полум. Его дом, короче. That's where you live, right? Ты там живешь, верно? We'll stop in when we get there. Сделаем остановку, когда no. доберемся. Нет. We're the C now, and... Мы теперь LC, no one's а у меня там никого нет, кроме отца. Хоуп, ты должен ему рассказать о произошедшем. Ну и что же, дорогие друзья, домой. Мы направимся уже в следующей серии, просто я устал. Если
так сказать, я записываю вот все эти серии, вот с первой серии по эту серию одним разом. То есть я примерно, сейчас скажу сколько, то есть где-то я около 11 часов в игре, поэтому у меня уши уже отвяли, язык не говорит, поэтому я на сегодня немножко остановлюсь. Выкладывать, конечно, я буду серии там по 2, по 3 в день. Сделаю такой гандикап, чтобы у меня был, потому что не всегда бывает время снимать. И чтобы серии были, чтобы можно было их выложить. Вот, а пока я снимаю. Вот, но на сегодня я уже все. 9 часов утра у меня. Начинал я где-то в 10 часов вечера. То есть, сами понимаете, всю ночь играл. Сейчас мне еще на записать матчи Лиги Чемпионов сегодня будут. Ну, вы-то уже потом увидите, это уже будет неважно. Но факт в том, что мне еще нужно записывать что-то сейчас будет. И вот просто ложиться спать до этой самой Лиги Чемпионов. Ну, а кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну и всем уже до следующей серии, где мы, наверное, скорее всего, доберемся в дом, домой к Хоупу. Всем пока. Спасибо за просмотр.